Друзья, всем привет еще раз. Ну, также наш мини-влог продолжается, друзья. Давайте посмотрим, да, где мы проходим. Вот, автоток. Так, ну, вот этот район, вы знаете, да? 11-й микрорайон, друзья. Вот, здесь у нас этот, ну, район Смол, Технодом, друзья, да? В общем, друзья, недавно смотрел просто... Быстро, да, просмотрел новости по Tengri News, знаете, да, такой есть популярный сайт казахстанских новостей. Так, здесь у нас что-то дорогу перекрыли, ну, можно, в принципе, перешагнуть. И там, в общем, такие актуальные темы пишут, это то, что... Импичмент этого Макрона, не знаю, что там у них там происходит во Франции. Потом завтра, да, будет послание президента, нужно тоже послушать, друзья, что нового там ожидается, да, в Казахстане. Так, будем безопасно, да, переходить, друзья, по обочине. Я постараюсь, конечно, найти пешеходный тротуар, друзья. Ну, как получится. Так, потом из новостей. То, что вот чипирование людей, да, происходит, друзья. То, что в Америке уже, ну, человек, который был чипирован, свои впечатления рассказывает. Друзья, почему я камеру близко к себе подношу? Потому что здесь шумно. Машины проезжают, друзья. Так, потом, какие еще новости там были? Так, так, так. Ну, кажется, студенты идут, да? Студенты, видимо, идут с этого. Есть профколледж, кто знает, да? Внизу, под мостом. Кажется, они оттуда идут, друзья. Так. Ну, если кто знает, да, там внизу и под мостом есть ПЛ, да? Ну, сейчас я не знаю, как этот колледж называется. Так, из новостей, что там еще мы прочитали? Так, чипирование. Вообще, как вы относитесь к чипированию, друзья? Ну, я думаю, все равно все, что это, да, делается во благо друзей, ой, во благо людей, как бы, да, это все, в принципе, можно, да, использовать, я думаю. Смотрите, как интересно, да? Конечно, жалко, что здесь нету это пешеходных тротуаров, друзья. Меня слышно, нет, друзья? Я говорю, жалко, что нету пешеходных тротуаров. Хотя внизу, вот если посмотреть, да? В принципе, там проложили. Ну, сейчас попробуем найти. Пешеходный тротуар. Вот здесь вообще травой заросло. Друзья, мне здесь вид нравится, да? Как бы мы на подъеме, да? Смотрите. Так, что там мы еще прочитали в новостях, друзья? Сейчас дайте вспомню. Так, президент Казахстана поздравил президента Узбекистана, да, с Днем Независимости. Ну, Узбекистан наша братская, да, страна, друзья. Ну, Кыргызстан, Узбекистан, там много, да, различных стран, которые граничат с Казахстаном, друзья. Как бы испокон веков, да, раньше, помните, да, в советское время обычно, ну, особо этих не было, как скажем. Вот границ, да, вот этих. Сейчас все понаставили везде, да? Поэтому все сейчас уже разделено. Ну, друзья, давайте сейчас я какую-нибудь тему вспомню и дальше пообщаемся, хорошо? Ну, я вообще хотел с другой стороны перейти. Сейчас постараемся найти переход на ту сторону, друзья.